Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру Губка Боб, квадратные штаны, погоня за формулой. Так, ну что, давай посмотрим. Старт. Я так понимаю, это раннер, скорее всего. Это нормально. Я готов. Мяу. И тебе тоже доброе утро, Гэри. Ну что, готов завтракать? Мяу. Патрик. Привет, Губка Боб. Я был собрался покормить Гэри, но тут кто-то съел всю его еду. Теперь мы оба страшно проголодались. Что ж, тогда вам придется пойти вместе со мной в Краба Кристи. Я с радостью накормлю вас. Ура! Мяу! Так. Доброе утро, Сэнди. Ой, Губка Боб, я так рада тебя видеть. Я так голодна, что смогу съесть целую лошадь. Тогда тебе повезло, Сэнди. Когда дело доходит до того, чтобы кормить моих друзей, я го... Бу-бу! Мистер Крабс, это вы? Конечно, нет, тупица, это я. Планктон, ну естественно. Миссис П... Что? Нет, Планктон, я Планктон. Я украл драгоценную тайную формулу Крабсбургеров. И поскольку мне надоело это, что каждый день раз мешает моим злодейским планам, я приготовил тебе сюрприз, Губка Боб. Армия моих преданных племянников взяла в плен всех твоих друзей. Ты должен выбрать, спасти тех, кого любишь, или остановить меня, прежде чем я откупорю эту бутылку. На это вряд ли уйдет много времени. Ты только взгляни на нее. О нет, что же мне делать, спасти друзей или спасти формулу? Губка Боб! Да, мистер Крабс. Считай, что уволен, если не сделаешь и то, и другое. На помощь! А не то я пропущу второй завтрак. Что тут происходит? Уволен! Планктон, погоди, вернись, пожалуйста. Так, ребят, вот такая была предыстория, короче. Как всегда, Планктон всем мешает. Так. Ага. Мы просто должны с тобой прыгать. Коснись, чтобы прыгнуть. Так я так и делаю. Слушай, а с этим что делать? А, проведи вперед, чтобы сделать рывок. Так, Планктона мы с собой должны уничтожать. Типа остановить меня, да, я решил? Да, я решил тебя остановить, Планктон. Так, здесь у нас что такое? Лопатку как... Ой! Ёк-макарюк, я засмотрелся на лопатку на эту... Так, они тут, ребята, все похожи. Монетки эти. Догоним мы вообще с тобой этого Планктона или нет? Как ты думаешь? А, вот он. Он сбрасывает их. Вот оно что. Ты решил меня остановить, как бы не так. Кричит этот Планктоша. А что, мы быстрее бежать не можем? Да иди ты. Ну-ка. Опа. Чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун. Так, проведи, чтобы сюда бежать. Ага. Давай-давай-давай, быстрее. Так, стоп-стоп-стоп. А я хоть правильно бегу-то? Да вроде как правильно. Ага. Слушай, а если мы с тобой три штуки этих наберем, что будет? Три лопатки.
Да-да-да. Вон она лопатка. Да нет, ты... ты, господи. Мы с тобой три штуки получили. Давай-давай-давай, быстрее. Ну? Уровень пройден. То есть нам и не надо было его догонять, что ли? Великолепно. Три лопатки получили. И для чего это все? Пока непонятно. Ну, в любом случае, мы его не догнали. Как ни крути. Даже урончика ему не нанесли. Так. Ракушечная улица. Бикини-ботом. Открывается новый уровень. Буги-вуги в бикини-ботом. Буги-вуги. Ну что, пойдем в буги-вуги. Суть, наверное, найти нам вот эти вот три лопатки. Другого я, ребят, не вижу. Три лопатки собираешь, и все, как бы уровень пройден, считай, как на три звезды. Давай беги, елки-палки. Бубнишь там мне. А как? Коснись, чтобы отпрыгнуть от стены. Ну, понятно все. Бежит такой довольный. Что? Угу. Так, погоди, давай так сделаем. Ну, нормули. Тут есть чекпоинты. Так, пройди вниз, чтобы спрыгнуть. Мне показалось, я думал, что там что-то лежит. Но нет, ничего там нету. А Патрик, то, что там стоял, это было просто так, для красоты? Замечательно. Так, чекпоинт. Слушай, а здесь мы с тобой просто бежим без всяких тут крабсов. Ой, крабсов, ну ты понял, да? Без всяких планктонов. То есть мы за ним здесь не охотимся. Сундук. Хм, а взять сундук я этот не могу. А хочу. Я, кажется, понял, как его взять. Да погоди ты. Так, этого подобьем. Здесь, наверное, нам надо сделать вот так вот. Йопи, вниз. А вот и сундук. Собирай монетки, отлично. Так, давай, перепрыгивай уже. Погнали. Что ты мне там машешь своими... Слушай, а тут куда нам лучше идти, вверх или вниз? Лопатка. И сундук. Подожди, 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 подожди. Да спрыгнет. Блин, ну. Да неужели? Ты монетки собираешь. А, не автоматически собираются. Так, теперь вниз. Блин, мы не взяли. Спайдж Боб, ну ты издеваешься, что надо мной? Я не могу понять, а? Фу, ты Спайдж Боб, ну да. Да. Ты будешь сегодня прыгать или нет? Так, стоп, нам по-другому что, никак, что ли, не попасть? Вон она, эта лопатка, которая мне нужна. Все. Лопатка подобрана, да спустись уже вниз. Это что еще такое? Что с тобой? Почему? Почему я так? Что ты как горбушка-то такой? Ну, посмотри, что он утворяет. Вы издеваетесь. Нет, я, конечно, понимаю, что это хорошо, что он так может прыгать. Но ты посмотри, как... На кого он стал похож? Три-три-три-три. Нарочно не придумаешь. Неужели он стал нормальным? Воу-воу-воу-воу. Патрика спасли. Патрик, я так рад, что с тобой все в порядке.
Как же здорово, что здесь Губка Боб. Я проголодался, так что давай что-нибудь найдем. Не сейчас, Патрик, мы должны выследить планктона и спасти наших друзей. Ты видел, куда их увел? По-моему, в сторону медузьих полей. О, пока мы там не сможем набраться свежего желе, я, пожалуй, обжарю их для гренок. Патрик, наши друзья в опасности. А, да, извини. Тогда вперед. Ну, открыт новый друг, Патрик Стар. Я так понимаю, он будет за нас или что? Блин, одну лопатку где-то мы с тобой пропустили. Интересно, где? Так, надо чуть-чуть, наверное, можно погромче, наверное, сделать. Капельку совсем немножко. Вот так вот. Хм, ну если мы будем с тобой за Патрика играть, это будет классно. Угу. Откроет нам или нет? Хватило. Так, в бикини Ботом неприятности. Сообщать вам, когда Губке Бобу понадобится помощь. Да. Блин, тогда не надо. Откройте сокровище. И... Так, собирай монеты, чтобы заполнить шкалу и открывать награды. Нам с тобой доступна шляпа. Давай откроем коллекцию твоих шляп и наденем шапку Кристи. Выбери шапку... Выбери кнопку шляпы. Ну давай, оденем. Шляпка Кристи, ну, годится. Хватит, Боб, не кривляйся. Ну что, ребята, прогулка по городу у нас. Давай посмотрим, что у нас здесь будет. Выбери друга. Так. Разбивает кирпичные стены, наносит мощный удар по земле, прикинь. Вот это круто. Как это все будет выглядеть? Побежали. Трин-дрин-дрин. Иди-ка ты. Так, я монетки собираю. А вот и лопатка. Так, подожди, давай сюда повернем. Не надо, там все равно ничего нету. На! Планктон несчастный. Ага. Ух ты, ух ты. Вот так вот мы с тобой можем. Так, а сюда если повернем? Все, поздно уже, да? Понял. Чекпоинт. А он же может... Да. Именно об этом я и говорю. Он же разбивает кирпичный. Так, а что вот это? Как вот это вот активировать? Угу. Ну, неплохо. Слушай, ну графика прикольная, такая мультяшная. Я надеюсь, эта музыка разрешена. Ну-ка. Блин, подожди, а как мне наверх, например? Никак, да? Опять будем сейчас гармошкой. Надеюсь, только мы, а Патрика здесь и нету. Юпи. Нормуль. Так, Патрик подтянулся. Давай, собирай монетки. Замечательно. Что-то мне вот эти вот не нравятся немножко пакости, которые... Все, ребята, уровень пройден. Но лопатку одну мы с тобой все-таки не нашли. А где она была или могла быть, я даже не знаю. Но новый рекорд у нас есть. То есть с помощью Патрика мы можем с тобой разбивать стены. Кирпичные именно, да? Две лопатки. Так, у нас готов сундук. Или нет? Ох ты, схватка роботов. Нет, ребята, можем мы тут открыть. Это что такое? Открыта новая шляпа. А что нам вообще дает шляпа? Скажи-ка мне на милость. Собрание медуз. Так. Война роботов. Ну, погнали. Давай посмотрим.
Я готов, я готов, я готов. Поет Спанч Боб. Ты никуда, никогда не победишь меня, Губка Боб. Я гений злодейства. Планктон, а давай попробуем договориться. Просто верни нам формулу. Угу, конечно. Схватка. Робопланктон. Так, что мы должны делать с тобой? Ага, догонять его, да? Давай ускоряться. Ты опять за свое. Так, проведи. Ага, чтобы сделать рывок, понял? Я так и думал. На тебе, подсрачничка. Да, конечно. Не на тех напал. Планктоша. На. Твою налево. Эх. Одну бомбочку пропустили. Жаль, 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 конечно. На. Так, еще один удар, и ему, в принципе, ребята, крышка будет. Так, это не то. А вот это то, что нужно. Но это только начало. Робопланктон повержен. Угоняет. О нет, что это? Аварийная капсула для побега? Я же говорил тебе, что я гений. Ты проиграл. Прощай. Нет. Как всегда, Губка Боб в дурачках остался. А Планктон схитрил. Ну, что ж поделаешь. Так, медузьи поля. То есть был Бикини Боттон. Так, открой сокровище и выбери сундук. Давай взглянем на твои задания. Выбери кнопку задания. Ага. Тут твои ежедневные задания. Собрать 120 монет. Они обновляются каждый день. Угу. Пройди их, чтобы получить дополнительные монеты. Все, я понял. Пройти любой уровень за Патрика. В плане, а как я за Патрика могу играть, если я играю только за Спанч Боба? Не понял. Я могу тебя поменять, а, Губка? Хм. Так, а что это такое у нас? Я желе. Это же Патрик вроде там что-то говорил про желе. Выберите друга. Ну тут понятно, тут один только друг у нас. Что я могу еще сделать? Погнали. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Весельчаки. Ой. А эти электрические я, наверное, подбить не могу. Скорее всего, да? Но это же медузы. А медузы что делают? Жалят. Ёк-макарёк, я уже испугался, думал, что... Нормуль, нормуль, нормуль. Так, погоди, а вот здесь можно? Стоп. В плане. Блин, ты посмотри, сколько там баксов внизу лежит. Улю-лю-лю-лю. Ой, придуряется еще. Давай. Нет, ребят, не можем чем-то мы пробить здесь, к сожалению. Не знаю, в чем проблема. Ах ты, ракушка, чуть было меня не схватило. Стоп. Воу-воу-воу. Дай-ка. Нормально. Поехали. Шикарненько. Погоди, погоди, погоди. И я просто не думал, что вот так вот все будет. Подожди, а как быть-то здесь? Блин, неужели вниз нам нужно прыгнуть? Сейчас, секунду, подожди, проверим. Наверное, вниз. Точно, ребята. Так. Что это у нас? Я уж подумал, что... Ну-ка. Так, опять мы превращаемся с тобой... Оу.
Ой, блин, я не могу, ребят, он превратился в миленькую медузу. Оу. Секретная зона, ребята. Нифига себе. Я чисто случайно сюда заплыл. Так, единственное, что, ребята, ну, тяжеловато управлять, конечно, им. Вот именно когда... Да ты всплывай давай. Именно когда он медузой такой делается. То есть, ну, неконтролируемый. То есть я нажимаю, он потом только... Так, этот Патрик там мороженое лопает в одно лицо, без меня причем. Все? Ой-ой-ой, а как тут? А, тут мы как свои, как родные, да? То есть нас никто не трогает. Как родные, конечно. Как родные, то есть надо избегать в любом случае. Плохо. Я тогда поверху буду двигаться, чтобы лишний раз не рисковать здесь. Все. Так, да, да куда ты пошел-то? Прыгаем. Ух, ёк, куда ж ты прыгнул-то? Дурачок, ты не путевый, а? Да. Каратистый вяленый. Вот. Погоди. А, мы же можем с собой вот так вот. Так, 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 погоди. Вот и все, делов-то на копейку, господи. Тын-дырин-дырин-дырин, такие довольные. Бегут. О-о-о. На языке. Ребята, все, финиш. На языке скользит. Ой. Да, ребят, прошли мы с вами этот уровень. Новый рекорд. Ну, как-то вот так вот у нас выглядит эта игра, друзья мои. Смешная. Ежели. Так, мы с тобой получили сундук. Так, открой сокровище. Ну. Угу. Забрали с тобой награды. Так, колпак. И еще у нас шляпа. Ага. Собрано 1000 монет. Поздравляем. Спасибо. Слушай, а где у нас шляпа? Где мы можем одевать-то их? Я уже и запамятовал, если честно. Так, это нам не нужно. А, вот шляпы. А, эту я шляпу помню в мультике. Да, колпак, это все было. Эксплорер. Ты как это, экспедиция, знаешь? Похож. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!